Сначала начинку вкладываете или потом? Loro all'inizio, insieme. Se tu li riempi dopo, я люблю без начинки вообще. Если ты потом в конце начинку вкладываешь, вкуснее получается. Потом? Ma no, ma se ne fai tanti, compri la macchina per riempire. È un ago. Делается дырочка, потом сверху крем вовнутрь впрыскивается. И у нас в России не ела ни разу вкус.